Добрий день, поважаний сябри. З усім мало засталося до Нового року. І давно вже відкрилася ілка. Ось поглядіть, яка вона. І поздивляйтеся, порадуйтеся, позахопляйтеся. Ось глядіть. Ось така ілка. Подійдем ближче до її. Ось бачите два медведі. Вельми много цацок, налёбцы. Ось бачите мухоморы. Ну, не только мухоморы, а и хорошие грибы. Ось и птушечки. Вот. Один из медведей играет на скрипке. Ну, гляньте, вон много людей. Не треба и лес ехать. Можно тут собирать. Вот. Сколько лихтарок мы тут рожим. Смотрите, шесть тысяч лихтарок. А вот некая лисичка. Может быть, некая лисичка. А вот сюда ворочка. Ну, вот еще и сова, и ворочки, ну, и пешки, ну, и сухи, и пешки. Вот это тоже собачка. Ось яка нам сочинна. Ви бачите, яка тут столь. А вот и белые медведи. Вот они на вот ворушатся.
на щеку елки вырос. Говорит, а вот такие бобры, поглядите, такие бобры. А вот и медведи. Вот какие велизарные. А маленькие натуральные величины. О, бачите, как они сгинаются. Вот. Вот нечто выглядало. Мусить тюленя хочет споймать. А вот еще одна медведица. Бачите, она с маленьким медведиком. Быть со мной за полярным колом находимся. Вот, да, вот. А вот еще одно медведино. А вот сова под грибом. А гриб мусить поганка. Ну, вот некие барсуки. Дальше все только тут живёт. Помочок. И знову птичка. А вот и собачка. Ну и она не зворухнется, но...
Оливии, да, что она нечто, ну, мусит брешу. Здесь она собачка. И всюду много грибов. Так что тут все поли голубые. Ось, поважаные сябры, мы обійшли вокруг ёлки, з надыходячим вас Новым годом. Жадаю вам здоровья и успеху у справах.